Всем привет, с вами канал Unity3DSchool.ru. В сегодняшнем уроке мы в очередной раз поработаем в проекте, который мы создали во время прохождения курса Unity базовый 2D курс платформер с нуля. Во время курса мы говорили то, что сделаем возможность смерти после падения с высоты. Но так и не добрались до этой проблемы, потому что мы занимались другими вещами. И сделали действительно много всего за время курса. Но данная проблема решается очень легко. И если вы досмотрели курс до конца и все поняли, то сможете справиться с ней самостоятельно. Данное видео для тех, кто хочет справиться с этой проблемой прямо сейчас. И сейчас мы покажем, как же это сделать. Для начала посмотрим... Итак, вот мы играем за нашего персонажа, и сейчас мы прыгаем и не убираем, просто бесконечно падаем вниз. Мы хотим это исправить. Это можно сделать несколькими способами. Начнем с самого простого. Итак, вот у нас есть карта, и если мы посмотрим, то примерно она везде на одном уровне. И можно визуально провести вот где-то здесь черту, при достижении которой у нас наш персонаж будет погибать. Чтобы понять, какая позиция, мы создаем пустой объект и перемещаем его вот где-то, примерно где эта черта, нам кажется, будет выглядеть. И мы видим то, что по оси Y данный объект имеет позицию минус 17. Ну, приблизительно минус 18, минус 17, вот так. И... сейчас мы с помощью кода реализуем проверку, что если наш игрок находится ниже данной воображаемой черты, то есть он будет находиться ниже позиции минус 17 по оси Y, по вертикальной оси, то тогда он будет погибать. Данный объект удалим, он нам больше не нужен. Сейчас мы должны просто перейти в скрипт нашего игрока. И сделаем эту проверку в апдейте. Если transform.position.y меньше минус 17f, то тогда мы будем умирать. У нас всего 3 жизни, и у нас есть специальный метод, который у нас эти жизни отнимает. Он называется recount HP. И посылаем туда троечку. Таким образом у нас отнимется 3 жизни, и наш игрок погибнет. Только не 3, а минус 3. Сохраним. И теперь проверим. Запускаем. И прыгаем вниз. Бац, у нас отнялось 3 жизни. И вот мы погибли. Можем перезапустить, и все так и будет. Отлично. Ну, как отлично. Мы, конечно, проиграли, но проиграли-то специально. Итак, второй способ тоже реализуем. И его можно сделать по...
мы будем учитывать разницу перепадов высот на нашем уровне. Потому что у нас здесь уровень примерно ровный, а другой может быть какой-то вот такой. И нужно учитывать везде падение с высоты. И такой способ будет лучше, конечно. Но если у вас вот примерно на одном уровне все находится, то подойдет и первый, он гораздо проще. А здесь вам нужно еще дополнительный скрипт создавать, хоть он и действительно очень простой. Вот такой вот небольшой урок у нас получился, который посвящен теме того, как решить одну из проблем, возникших у наших учеников. У нас еще есть несколько видео на подобные тематики. Если их еще не видели, то посмотрите на нашем канале. Спасибо за просмотр данного видеоурока. С вами была школа Unity 3D School.ru. Всем пока!